пожар локализован, пострадавших нет. Сегодня утром горел строительный рынок в Балашихе. Что стало причиной возгорания? Готовы на все ради искусства. Поклонники творчества Куин же выстроились в большую очередь на бесплатную выставку. Что знают посетители о творчестве художника и сколько готовы стоять? «Мама, я надел шапку». Телеканал «Москва-24» запустил флешмоб к Дню матери. Как поддержали акцию, расскажем в нашем выпуске. Прямо сейчас Светлана Ключникова в студии «Москвы-24». Телеканал «Москва-24» продолжает свою работу. И сейчас расскажем о том, как началось утро воскресенья. А началось оно с пожара на рынке стройматериалов в Балашихе. К этому моменту возгорание уже ликвидировано. Горели два ангара с товаром на площади 1200 квадратных метров. Эксперты строят различные версии случая.